Яков Евгеньевич. Я родился в городе Бобруйске в 1939 году. Дедушка, бабушка, мама, взрослых трое, ну и нас, две сестры, Оля и Зина, и я малыш. Мы благополучно доехали до города Кызылорда в Казахстане. Сама я родилась в Витебске. Но так как у меня бабушка гречанка, у нас были проблемы во время войны. Нас считали евреями и думали, что я еврейский ребенок. Я очень была похожа. Киндер и Юда хотели меня даже в костер бросить какой-то. Но так как мама моя знала хорошо немецкий, она меня спасла, защитила. Мы не понимали, что там людей жили. Но нам мало давали возможности побыть у тепла. Нас вели откуда-то. Не знаю, откуда вы. Я ж не могу помнить, откуда вы. Я знаю, что ручка была завязанная. Вот. И говорили, ну, сегодня опять комарик кусается. А больше я не помню. Это ужасно. У меня была узница. Вы понимаете... У них была семья с родителями, 6 человек. Почему-то арестовали их и всех сожгли живьем на глазах у этого ребенка, у маленькой девочки. А ее оставили. А почему оставили? Оказалось, она крепенького телосложения была девочкой, и из нее еще можно брать кровь. Вот. Идеология фашизма. Мы были в концлагере в Дахау. Потом нас в Дахау перевезли в другой концлагерь, я не помню его название. И в итоге я побыла в двух концлагерях. Меня, моего братика, маму, дедушку и бабушку по отцовской линии увезли в Кенигсберг. И нас забрал хозяин Бауэр. Конечно, в бараке все было то же самое, что и в концлагерях, только у нас не было... крематорию. Также собаки, нагайки, немцы, холод, голод. Мы пробыли там до 45-го года, и домой мы вернулись очень поздней осенью. И меня до сих пор удивляет, уже в преклонном возрасте, до сих пор у меня один вопрос. Почему так случилось, что мы в своем собственном доме не могли жить, а находились в лесу, спасаясь от тех, которые пришли к нам? На нашу территорию. Международное общественное объединение взаимопонимания всегда уделяют такое большое внимание узникам нацизма. С таким вниманием, с такой любовью ко всем относятся, помогают, делают все хорошее, чтобы мы были довольны. И если нам чего-то не хватает, мы обращаемся. И нам никогда не отказывают. Всегда стараются помочь во всех делах. Дело в том, что взаимопонимание работает не только в Минске, оно работает по всей Белоруссии. С людьми, которые прошли такое лихо, прошли эту войну, и которые нуждаются в помощи, и самое главное – во внимании. Для нас в нашем возрасте внимание – это самое главное. Наша деятельность возможна в рамках реализации в Республике Беларусь большой гуманитарной программы «Место встречи. Диалог». Долгие годы нашу организацию в интересах людей военного поколения поддерживает Германский федеральный фонд «Память. Ответственность. Будущее». Невозможно... в полной мере оценить тот вклад, который внесла вот организация «Фонд памяти, ответственности, будущее» по социальную поддержку людей, которые стали свидетелями военных событий. Я от имени посольства Германии и от имени федерального правительства Германии могу сказать, что мы будем чтить память жертв. И нам и в дальнейшем будет очень важно поддерживать такие проекты, такие
тоже, ну, организации, как взаимопонимание. Были разнообразные проекты. Они связаны с культурой памяти, социальной поддержкой людей на дому, с апробированием впервые в Беларуси и внедрением потом на постоянной основе новых форм социальной помощи, различных вариантов взаимодействия и направленных на диалог поколений, на международное сотрудничество. И основной темой всех проектов, конечно же, является судьба человека. Судьба людей, которые выжили и которые остались людьми вот в полном смысле этого слова. Департамент всячески готов оказывать содействие и надеяться на дальнейшее сотрудничество в будущем. Как заманчиво было бы в 2024 году отмахнуться от этих ужасных преступлений, оставить их в прошлом как часть истории, жить настоящим и смотреть будущее. Со времени преступлений Второй мировой войны появились уже 3 или даже 4 новых поколения. Но ответственность, которая лежит на нас, немцах, сохраняется. Наша история налагает на нас особые обязательства противостоять всем формам дискриминации и ксенофобии. Без воли Беларуси к примирению это сотрудничество было бы невозможно. Мы никогда не должны забывать, цель войны на уничтожение, развязанной Германией, состояла в том, чтобы стереть с лица земли страну и людей, которые в ней жили. Тем глубже мое смирение, тем больше моя благодарность людям Беларуси за их волю к примирению. Большое спасибо. Наша история работы в проектах началась в 2009 году, когда мы писали первый проект международному общественному объединению взаимопонимания. Наш регион – это город Могилев. Начинали мы с того, что, в общем-то, как большое достижение считали создание ветеранских клубов и активности в них. И за вот эти 15 лет, которые прошли, мы, конечно, ушли уже вперед. Мы провели 13 фестивалей, или их, может быть, правильнее называть форумов по итогам прошедших лет. Значит, иногда у нас было даже по 5 номинаций, за которых мы поощряли клубы. Я на себе испытал ужасы фашистской оккупации. 6 лет я познал, что такое война. И я был увезен в Германию вместе с матерью и остальными братьями и сестрами. Всего было с матерью 7 детей, в том числе 6 несовершеннолетних. И я вот в последнее время, где-то месяца полтора, сделал книгу. Там есть снимки, самые ценные, 1943-44 годов. Для меня эти снимки – это реликвия семейная. На одном из снимок моя мама с нагрудным знаком пленницы. Рядышком фотография двух ее самых меньших детей. Я и брат Иван. И третья фотография. Старший брат Алексей встретил победу в поверженном рейхе и с радостью победы среди своих товарищей, увидев свою родную мать с иномерным знаком на груди, я не могу без слез. Мне до сих пор это страшно. Из троих лиц, которых я назвал, один уже в мае месяце, после 9 мая, погиб в городе Чашскалипа. 2 периода я работал над грантами вашего фонда. Это были... Первый грант был... «Дети концлагерей и деток вспоминают» – 2-годичный период. А вот сейчас мы работаем «Дети войны вспоминают». Вообще, как бы такая цель была – выстроить эти все исторические фрагменты, чтобы они в единое целое сошлись, и чтобы из этих вот кусочков, из этих пазлов такое целое склеилось. История, она всегда важна, только история не...
не написанная под диктовку, не придуманная история, а история, которую говорят люди, пережившие ее. Понимаете, они ведь рассказывают про себя, а на самом деле они рассказывают про историю всей страны, всего того сообщества, в котором они живут. Хотя рассказывают про себя. Но это и есть история. Если из этих кусочков склеивать общую картину, ты получаешь вполне достоверную историю. В любом случае, эти проекты, эта программа «Место встречи. Диалог» подняла целый пласт нашего населения, которое боялось даже на эту тему в семье разговаривать. Долгое время вообще это все замалчивалось и не говорилось ничего. Мы все помним. Мы помним, как мы голодные были. Мы помним, как мы были в овшах. Мы помним, что не было чего одеть, как нам с тряпок делали какие-то рубашки. Я была узницей концлагеря. Как мне потом сказали, это был Бухенвальд. Сарай круглый был только в Бухенвальде. В этом сарае много было косичек и ленточек. Мне очень хотелось иметь ленточку, чтобы мне завязали вантик, чтобы я была самая красивая. А мне недавно исполнилось было 5 лет. И фотограф, который фиксировал новый номер, у нас несколько номеров было, нагрудный номер, 40120. И завязал этот фотограф мне на головке бантик из ленточки. Я была самая счастливая. Вот так я получила первую фотографию. И эта фотография я стала моим свидетелем, что я была в Германии, в концлагере. Вот помню, как мама попросила: сходи, доченька, ты ходишь, немцев нету, нету. Ну, сходи, может, там посмотришь. Может, победа пришла. Пойди узнай, пришла победа или нет. Но я Шурику говорю: пойдем найдем эту тетю. Он говорит: какой? Я говорю: потом тебе объясню. Я видела, там стояли военные, стреляли вверх. Идет победа, идет победа. Я, услышав это слово, потрясла шинель солдата этого и говорю: скажите, а победа точно идет? Он говорит: идет, доченька, идет. И поднял меня высоко. Я говорю: я пойду маме скажу. Она там, в лагере. И тут все поняли, что рядом концлагерь. И все пошли в лагерь и выносили всех людей на носилках. А к маме пришла и говорю: победа идет, точно. Но я ее не видела. У нас немного осталось узников. Мы развивались, мы знакомились, мы стали как родные, даже иногда ближе, чем родные. У нас взаимопонимание на самом деле человеческое такое взаимопонимание. Мы можем поговорить. Для нас было важно вот эти все посещения этих значимых памятных мест, где было уничтожено очень много белорусского населения. Мы обязательно посещаем школы, колледжи, университеты. Мы им рассказываем. Я, например, участвую в диалоговых площадках. Наше общество предложило создать в Велеском районе памятный знак с благоустройством. Возле этого места, где было сожжено 300 человек, в основном евреи. Нам хочется помогать малоподвижным пожилым людям, которые сегодня в 4 стенах своих квартир. У нас порядка 30 узников и детей войны. И с этими людьми организована шефская помощь. У нас волонтеры такого же, в принципе, возраста, помоложе чуть-чуть, как они сами. В этом и есть и свои «за», и «против». За то, что они понимают друг друга, они жили в одну эпоху. С другой стороны, ухаживать или шефствовать над 70 и старше человеком сложно. И как-то мы вот подчеркиваем, что мы одна семья, что мы уже много лет вместе, что мы слушаем их предложения и замечания. Обязательно в наших встречах идет учеба. В этом проекте «Радуга мира и добра» мы расширили эту сферу своей культурной благодарности нашим волонтерам. Музеи,
театр, значит, библиотеки. Это вот то культурное... благодарность, которую получают наши волонтеры. Пришло время, нас распределяли уже по хозяевам, по баурам. Каждый приезжал и покупал себе людей, которые ему подходили. Наш хозяин взял только маму со мной, сестру он не взял. Рядом находился дом, там жили немцы, и у них была девочка. Я познакомилась с этой девочкой, и мы подружились. И прошло некоторое время, я заболела, очень сильно заболела, потому что мне не хватало еды. И внучка, эта бабушка у внучки спрашивает, почему Валя к нам не приходит. А внучка сказала, что она обидела маму, и мама плачет, что я умираю, что я хочу кушать. И хозяйка пришла, принесла такой кусковой большой сахар, большую грушу, вызвали врача, прописали мне лекарства, и я потом после этих лекарств стала поправляться. Наше сотрудничество с Международным общественным объединением взаимопонимания вылилось в проект, который так и назывался «Когнитивное долголетие», целью которого мы хотели помочь пожилым людям всевозможными занятиями, всевозможной деятельностью продлить свое когнитивное здоровье. Почему-то мы привыкли, что пожилым нужно обязательно помогать. У них есть огромный потенциал, который они могут сами, в принципе, реализовать. Тем, кто приходит пожилым людям, мы относимся с большим уважением. И те, кто приходит волонтеры, специалисты, и хотят им помочь, это как ангелы с неба спустились. Поэтому это очень большое внимание, это на вес золота. Я бы хотела, чтобы наше общество как-то целую систему выработало такую, чтобы человек не оставался один на один. Лагерь этот был, правда, трудовой. Железные дороги подчиняли взрослые, даже подростки, которые были, не доедали, полуголодные, их посылали. Представляете, что значит рельсы, их палы. Подросткам. Они падали, теряли сознание. Их добивали фашисты. Не просто их жалели, даже патрон на них. Они добивали всякими кувалдами, их избивали всякие-то. Война – это ужасно. У меня мороз идет по коже до сих пор. Я не могу вспоминать. Я не могу. А молодежи не стоит бояться приходить в общественное объединение, на волонтерских особенно началах, да, кажется, что, может быть, сначала, что это, зачем, для чего, но тем не менее, есть ребята, которые действительно хотят быть активными, которым, особенно в маленьких городах, в общем-то, негде особо реализовать себя, и как раз-таки общественные организации в этом могут им помочь. Это колоссальный опыт для дальнейшего своего роста, развития и, возможно, даже трудовой деятельности. В пансионате работать интересно. Насколько сложно, настолько и приятно. По той причине, что у нас есть возможность дарить себя людям. Есть общественная организация взаимопонимания, с которой мы поддерживаем уже не один год хорошие дружественные контакты. Они нам помогают и морально, и материально. Поэтому большое спасибо всем волонтерам, которые находят площадку на нашей территории. Студенты и школьники, как правило, ко всем праздничным датам делают концерты, приходят пообщаться. Студенты медколледжа приходят найти тоже опыт общения с пожилыми людьми. Это очень важно. Здесь все оказывают услуги, которые ты бы не смог сам себе оказать. Например, вот даже закапать в глаза. Руки трясутся, а капель надо определенное количество капать. И вообще все условия для жизни есть. Мы, особенно в нашем возрасте, мы привыкли диктовать свои права. А у вас, у молодежи, свое все. Вы по-своему живете, мы не должны вас обременять там или еще что-то. Поэтому приходите жить в пансионат, и не бойтесь, не стыдитесь. Это все хорошо. Здесь и весело, и отлично все. Ну, что еще может быть? Не знаю, я всем довольна. Общение с нами, с нашим поколением, молодое поколение, учит человечности,
взаимопониманию, добру. А это основа мира. Нужно стремиться к человечности в любой момент истории. Цивилизация, она очень ценная, но она не сама собой разумеется. Нужно работать. От каждого из нас требуется внести свою лепту. И действительно, если работать, то очень много надо и души, и времени отдавать вот этой общественной работе, чтобы внимание было к нашим людям со стороны наших органов власти, общественных организаций. Мы жертвы этой страшной войны. Почему это важно для нас, для людей следующего поколения или уже через поколение? Ну, во-первых, все мы идем по одному кругу и совершаем одни ошибки. И на другом уровне чуть-чуть. И нам важно знать, что было до нас, чтобы, в общем, пройти этот путь более благополучно. Не нужно бояться пробовать, участвовать в каких-то проектах, подавать какие-то заявки. Мы молодые, каждый день, на самом деле, выбираем, какой будет наше завтра, каким будет наше завтра, какой будет наша старость, каким ты будешь через год, через два, через пять. Нужно прилагать максимум усилия в твое завтра уже сегодня. Каждый человек может повлиять на мир во всем мире. Каждый человек – это частица всего мира. Это и все мы взаимосвязаны. Все мы взаимосвязаны. Поэтому не надо никогда думать, я такой малюсенький, я такой микроскопический, от меня ничего не зависит. Я вот пылинка дунула, она улетела. От каждого человека все зависит. От каждого человека все зависит. Поэтому делайте хорошее, делайте доброе, и вы не будете маленьким, вы будете большим-большим. Нас память вновь сведет, когда столетие зарубцует раны, и будет призрачный и странный в тот вечер первая звезда, и в зале будет полусвет, и тишиной начнется встреча. И зазвучат стихами речи о тех, которых в зале нет. И пусть горит для них свеча, одна на всех, но пусть большая, тень на стене не уменьшая, но как надежда горяча. Нет, не дано забыть тех лет, и тех потерь, и тех страданий, но как фундамент новых зданий. Пусть будет этот общий свет.